родились в одной стране. Мы смотрели одни фильмы, наша жизнь и судьбы переплетены так сильно, но мы сделали свой выбор. И идем вперед, и теперь вчерашний брат — это враг у ворот. А вы идете назад, в СССР 2.0. Но не идем же из-за этого, мы к вам войной. Железный занавес, хотите, он будет у вас. Его построят один боток с Кремлевской китайцами. А вы нам грады, грады, какие гады, гады. Таким подаркам мы не рады. Уже столько дней. А вы нам буки, буки, какие суки, суки. Кривые руки, руки, убиваете людей. Мы не хотели в НАТО, видим, вот не хотели. Но после вашей подставы просто выбора не имеем. Мы не хотели вражды, не хотели видеть. Своей русской весной вы преподали классный урок. Не обращайтесь, Украина, едины, как никогда. Мы стали ближе и мудрее, когда в дом пришла беда. И нам насрать, что нас так долго делили на запад и восток. Повторюсь, вы преподали очень важный урок. Вы показали, кто из кто на нынешней карте мира. Кто друзья, кто враги, кто смотрит прям, кто криво, кто глубоко озабочен, а кто реально поможет. И мы теперь не так наивны, как подумать, кто там может. Мы видим много предателей, много врагов. Среди политиков, министров, генералов, ментов. Мы не готовились к войне и получили все это. Ну ничего, придет наше украинское лето. А вы нам грады, грады, какие гады, гады. Таким подарком мы не рады уже столько дней. А вы нам буки, буки, какие суки, суки. Кривые руки, руки, убивайте людей. Играя на чувствах святых для всех, приватизируя победу и православную веру, вы берете на душу огромный грех. Врите, гордитесь, свечитесь, но знайте меру, если вы поверили, что есть разделение на пророссийских украинцев и недобитых фашистов, значит вы заболели, и больно поколение, значит верите не братьям, верите пропагандистам, как до вас отличаться? Да похоже никак, вы рассуждаете по принципу, да сам ты дурак, я в имперских комбинах вам застилаю мутный взгляд, и войну вам украинцы никогда не простят. Вы больны сегодня, братья, выздоровление вас ждет, вы когда-нибудь поймете, кто куда вас заведет, курс советского губиста на войну и на шантаж, а пока